тоже из последних новых карт. Она, кстати, для одного игрока. Я сделал по сети, поэтому погнали. Ну что, она просто стреляет? Ну да. Просто на луне бегает? Ну да. Да. Вот. Внимание, подбирается дождь. Ну, должно вылететь. Верить карте противников тут да хуя, а мы всю луну можем так отбежать? Нет. Что, она где-то заканчивается? О, кстати, снова оружие на шестерке. Протесте. Нормально. Чем-то похоже из четвертого сэма, когда на правую кнопку нажимаешь на лазерке. Таким же херачит. При этом, когда она набивается, она свистит как чайник, но урон наносится еще больше. Ну, альтернатива такая. Да ей, жога ты играешь. Просто направляешь все. Патроны. Патроны, рюкзачки бери. Ну что-то 15 их осталось. Тут, по-моему, 7 волн или что-то такое, слышал. Прочитал. Сам не помню. О, нашел аптечку. Да мне сейчас нахуй не нужно. Мне бы патрончиков на УЗЮ. Вот. Это что-то как тоже на УЗЮ. Так, блять, не победимых был бы. Бать! Ебать! Ты можешь использовать ракетницу. Только не умирай. Ты еще не умер? А ты умер? Нет. Ты вот недалеко от жизни бегаю. Ой, я нашел наконец-то рюкзачок. Он находится в другой части луны. Меня камикадзе набежали, погоди пока. Часть луны мне куда хотел думать в правой от планеты. Ну куда все враги вот бегут сейчас вот там я нашел одну. Это луна какая-то неправильно. Тут еще рюкзак появился. Нихуя, быки!
это из первой. Классические. Шейдеры добавим в патч. Я заколебал три камикадзе. У меня вообще раздражает. Кстати, Saints Row в этом гейме стоит? Ну, не знаю, 1500 вроде. Уееть, бабла. Это на коне. Долго еще? Ну, вроде все. А, нет, приближается метеоритный дождь. Хотя, хер его знает. А что было написано, я что-то пропустил? Приближается метеоритный дождь. А, вон, чувак, в воздухе. Вон. Вот, все, пятая волна. Мы не всех убили просто. Пятая волна. Это пятая. Нигде не было написано пятая волна. Снизу. В титрах. Я бы полетел. Патроны-то были. Здесь?
по-моему, последняя. Ну, надеюсь. Этот миниган. У меня уже еще есть, нормально. Так, что-то я помираю. Сколько жизни? 22. Нормально. Thank you.
Неужели все? А, блядь, красный. О, лавовые пошли. Блядь, еще не все. Это, видимо, все еще одна волна. Таких будет 7 долгих, я ебанусь. Ну, это 7-я. Да чё так быков-то много? Да тоже уже достали. Луна такая вся горит. Почти хаос. А чё вчера Третьяков, да, приезжал, типа? Ну на да. Каникулы. На каникулы, а он дальше учиться будет. А он чё, в Вороне, да? Да. У нас почти все с Вороны ходят на батуты. Он позавчера прибыл в Архангельск, мы к нему ездили в Маймаксу. А в Маймаксе вчера... живет? А? Что, в Маймаксе живет? Нет, у него судно было в Маймаксе. А вчера, позавчера на вчера, по-моему, судно перетягивали на Турдеевку. И я его забирал с Турдеевки вчера. Лёт он в Уме. Под классный. Еще не все, что ну красные появляются еще. Когда они нам все закончатся?
десятая волна. Бля. Получается, это типа была разминка, что ли? Ну, с уровень такой серьезный? Нет, но самый простой. Понимаешь? Я думал, серьезно. Ну, не выжили бы. Даже сколько пол неизвестно еще, да? Ну, видимо, 17. 18. Ну, это 10. Половину мы уже прошли. Забыл сколько. Знаешь, тут, по-моему, 7. Ну, короче, не сфиг нужно быть. Ограничения тут точно есть. То есть враги заканчиваются. Полыхает, полыхание всего. Адовая обстановочка. Что за лагало? Блять, патрон нужно, они не появляются. Все. Нормас.